Привет, сегодня ты у меня на кухне. И так как уже наступает Новый год, соответственно, я подумал о том, что не дать ли мне рецепт соуса, который был бы универсальный для мяса, для рыбы, для птицы и даже для салата. Итак, для нашего соуса мне понадобится несколько ингредиентов. Это печеный баклажан. Я его испек в духовке, очистил, отправляю в емкость. Возьмите емкость побольше, чтобы удобно было взбивать блендером. Баклажан отправляю сюда. Несколько колечек красного перца. Красный перец дает пикантность. Отправляем красный перец. Пару зубчиков маринованного лука. Ой, это же чеснок. Чуть не соврал. Пару зубчиков маринованного чеснока. Сюда же. Обязательно, смотрите, что я делаю. Это кинза. Отправляю кинзу сюда. И, конечно же, огурец, но только слабосоленый. Самый вкусный из них. Итак, не хватает только перца, перец. Он дает нам аромат. И соль обязательно. Соль, 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 соль. Основа у нас баклажан, но мы добавляем сюда для вкуса майонез. Каждый русский человек любит майонез, помнит майонез и знает о нем все. 3 чайные ложки с горкой. И немножко меда. Мед у нас для баланса. Оп, 1/2 чайной ложечки. Вкусно. И все это взбиваем блендером. Немножко растительного масла. Так. Убираю сразу же блендер. Выкладываю ложкой наш соус в емкость. Делаем это быстро, чтобы все у нас происходило в считанные минуты. В считанные минуты. Все лишнее убираем. Украшаем колечком чили перца. И самый универсальный и вкусный соус готов. С наступающим Новым годом!